Представьтесь, пожалуйста. Максим Ардеев, инженер русского посольства. Скажите, пожалуйста, а как вот я узнала, что вы являетесь организатором вот этого мероприятия, как вам пришла идея организовать подобный мемориал и подобные события? Ну, на данном кладбище существовало давно захоронение 14 советских бойцов. К сожалению, могилы пришли в очень плачевное состояние. Таких мест достаточно много, и всегда мы пытаемся найти способ оптимального решения проблемы. Здесь при содействии кметства района, при содействии администрации кладбища, мы нашли решение, как создание нового мемориала. Ну и вот достаточно в короткие сроки удалось его реализовать. За сколько времени это отняло? 2,5 месяца. А болгарские власти содействовали вам? Да, всячески. Спасибо им за это большое. Я пользуюсь случаем, вот, поблагодарить хочу. Благодарю вас.